Двойное ДТП произошло вчера вечером на проспекте Строителей и улице Куконковых. Водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», на пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчина 1988 года рождения попытался скрыться с места ДТП. Прибавив скорость, он повернул направо на улицу Куконковых и буквально через несколько сотен метров въехал в машину скорой помощи. В результате два пассажира скорой получили закрытые черепно-мозговые травмы. Оба госпитализированы. Сам водитель «Приоры» отделался ушибом. После экспертизы выяснилось, что мужчина пьян. В его крови содержалось 1,1 промилле. Значит, водитель, прежде чем сесть за руль, употребил 1,5-2 литра слабоалкогольного напитка. Данный водитель в текущем году дважды задерживался по административной практике в связи с превышением скоростного режима движения. То есть его манера езды, так скажем, ускоренного передвижения по городу, тем более в вечернее время суток, когда уже темно, плюс погодные условия оставляют желать лучшего, они все-таки сыграли роковую роль.